Приветствую всех на моем канале. С вами Жанна Фетисова. Сегодня мы поговорим об аналогах популярного и весьма-весьма дорогого косметического бренда Urban Decay. Лично для меня найти что-то очень качественное и недорогое – это особое удовольствие. Итак, немного о самом оригинале Urban Decay. Это знаменитая компания по производству декоративной косметики. Эта компания была основана в 1996 году в США, относительно недавно. В России она представлена в ЦУМе и также онлайн. Наиболее известными в нашей стране стали палетки теней Naked 1, 2 и 3. Средняя стоимость одной палетки Urban Decay из 12 цветов от 4,5 до 5000 рублей. Думаю, вы согласитесь, что далеко не все могут позволить себе приобрести столь дорогую косметику. И тут, внимание, хорошая новость. Есть бюджетные аналоги. Makeup Revolutions. Это амбициозная марка декоративной косметики родом из Великобритании. Бренд появился совсем недавно, всего лишь 3 года назад, в 2014 году. Компания успешно создает аналоги средств от Urban Decay по низким ценам. Качество теней довольно хорошее, несмотря на то, что производятся они по контракту с Великобританией в Китае, о чем честно упоминается на каждой упаковке. Но я думаю, что ни для кого не является секретом, что более 80% всей косметической продукции сейчас производится именно в Китае. И качество ее в основном вполне приличное. Сегодня мы протестируем с вами почти 100% аналог палетки от Urban Decay Naked 1. Это палетка Makeup Revolutions под названием Iconic One. Средняя стоимость такой палетки Makeup Revolutions до 500 рублей, а со скидкой можно приобрести онлайн примерно за 400. Таким образом, аналог экономнее оригинала примерно в 10 раз. Давайте посмотрим на все цвета поближе и протестируем каждый из них на коже. Итак, палетка Makeup Revolutions London Eyeshadow Nude Natural Palettes Iconic One. Если это видео оказалось для вас полезным, а я надеюсь, что именно таким оно и было, поставьте, пожалуйста, отметочку пальчик вверх. Также я жду ваших отзывов, как и всегда, друзья. Спасибо, что были со мной. Я желаю вам удачи и будьте благодарны за все, что имеете. Пока!